Всем доброе время суток, всем привет. С вами Анатолий, вы на канале Домовенок. Итак, ребят, помните такую игру танчики? Игра была на Денди. Смотри. Как управляешь? Просто с компьютера раз и все. Да, помню я эту игру. Смотрите, прям точь-точь. Охренеть можно. Ностальгия. Так. Ваш пароль для подключения. Или введите пароль друга. Какой пароль, я даже не знаю. Так, а тут что? Тут-то. А, тут и это. Строят. Помните, да? Строительство. Блин, я вот забыл уже совсем. Как куда? Так. Это настройки, да? Тут строительство. Так, ладно, понятно. Ну-ка еще раз. Ну все, да, понятно. Так, выйти отсюда. Так, выйти, выйти, выйти. Да, смотрите, да, круто. Ящик боеприпасов. Охренеть. Так, нет, все. Так, а теперь попробуем поиграть. Так, вот это открыто, а это надо открывать, да? Угу. Так. Сколько тут уровней? Что, раз? Ну, много. Да, ребят, смотрите, вот это круто.
Реально круто. Тихо. Ой. Ой, куда пошли? Ой. Блин, блин. Угу. Отлично. Так, 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 так. Наша игрушка детства. Да, ребят, реально это наша игрушка в действии. Это... Да, также и бомбы все тут. Если кто играл в эту игру, ставьте лайк, ребята. А кто не играл, смотрите. Эта игра была когда-то... Вставляешь диск, там не диск, как... Кассету вставляешь, короче, и играешь. Дэнди. Какая крутая игрушка, нам как она нравилась сюда. Так. Да, игрушка очень даже интересная такая была. Потому что, знаете почему? Я знаю. Просто это, играть нечем было. Был бы, допустим, у нас это, как сейчас, компьютеры, то да, мы бы играли, конечно. А, смотрите, нас убили, короче, да? И это опять как обычно, раньше же. Да. Чего себе? Ай-яй-яй. Да, прикольно. Так, все, все, тихо, 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 тихо. Еще варианты? Нет. Да, смотрите, как круто. На компьютере играешь. А, хотя... Ну да, я сейчас на компьютере же играю. А так это... Вот и все, и так вот. А это что? Это что такое? Реклама какая-то. Блин, я не хочу. Блин. Лезет реклама и все. А, короче, это реклама, чтобы потом играть, да? Так. Ну да. Так, ладно, все. На самом деле, сейчас играем. Уже все. Посмотрели, как умирать тут можно. Как что делать. Thank you.
знаю. Лопатку дайте мне, лопатку. Лопатку хочу. Ай, убили. 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 Немцы. Убили немцы. Ваньку. Убили немцы Ваньку. Ва. Ва. Давай-ка сюда. Ва. Да. Я давно думал, проиграть бы деньги, штанчики. Это круто было. А тут игра сама. Сейчас все, что хочешь, есть. Да, но все равно джойстики есть джойстики, а вот компьютер есть компьютер. Надо это, короче, привыкать. Тем более играем-то первый раз. Блин, вот эта вот реклама мне не нужна. Так, ладно, пробуем еще раз. Заходим. Только сейчас реально уже все можно поиграть. Так. Двигаемся сюда. Ну да, он, видите, блядь. Я вообще-то хочу вот бомбу взять. Твою. Ай. Тот не доедешь, ты доедешь. Да, жестики, жестика. Опять реклама. Так, попробую еще раз. Так, теперь едем сюда. Так, не надо. Так, ладно, все. Закончить надо серию эту. И так уже длинная получится. Да, посмотрели. Такую игрушку. Ну-ка еще раз. Блин, интересно. А, смотри. А здесь, значит, в одной клетке, в одном
кубики. В одном таком кубике у нас столько уровней, да? Так. Тут просто научиться можно. Так, Да вот. Эй, подставился. Да, джойстик есть джойстик, мышка есть мышь. Ладно. Как выйти отсюда еще? Да блин, мне эта реклама. Ладно, ребят, всем пока, всем удачи. С вами был Анатолий, вы были на канале.